Hi, I'm Victoria Summers. Добрый день, я Виктория Саммерс, и это фильм «Acceptor Medical». В этом фильме мы хотим вам рассказать, как естественная сила поляризованного света может предотвратить заболевания, поддержать здоровье, ускорить заживление ран и ожогов, помочь при кожных заболеваниях у детей и взрослых, а также справиться с сезонной депрессией. Сегодня вы узнаете, как естественный природный фактор свет может помочь вам улучшить самочувствие и даже снизить затраты на лечение. Но сначала позвольте рассказать, кто мы такие. Пять континентов, более чем в 40 странах, 320 тысяч квадратных метров бизнес-площадей, 760 миллионов единиц проданной продукции, 80 миллионов довольных покупателей. Компания Acceptor International уже давно обратила внимание на опасности, угрожающие здоровью человека в современном мире. Взяв за источник вдохновения саму природу, мы создали продукцию, известную своим непревзойденным качеством, передовыми технологиями и стильным дизайном. И все это ради благородной цели — сохранения здоровья. Наши товары, отмеченные различными наградами, производятся под контролем экспертов на 7 заводах, расположенных в Германии, Италии и Швейцарии. Каждые 10 секунд где-то в мире начинается новая презентация продукции Acceptor. Свет. Свет, как мы знаем, является одним из главных условий жизни на нашей планете. Еще с античных времен известно, что свет является ключевым элементом естественных биологических механизмов, поддерживающих обменные процессы и иммунную систему. Финикийцы и древние греки верили в бога солнца Баала и в бога здоровья Гелиоса. У вавилонян, ассирийцев и египтян были сады солнца, античные солярии, где, согласно древней религии, можно было исцелиться от всех болезней. Современная светотерапия берет начало в 20 веке. В 1903 году датский врач Нильс Рюберг Финзен получил Нобелевскую премию за исследования в области светотерапии. Современная медицина использует лекарственные препараты для стандартного лечения большинства известных заболеваний. Однако применение лекарств не всегда безопасно из-за их возможных побочных эффектов. К тому же эффективность лечения лекарствами со временем может снижаться. Вы все знаете старую поговорку «Профилактика – лучшее лечение». А если приходится лечиться, старайтесь максимально использовать силы природы. Для нас в Acceptor International природа – главный вдохновитель. Мы бы хотели представить вам современный метод профилактики и лечения, который полностью воплощает это утверждение. Светотерапия Биоптрон. Медицинские сертифицированные приборы с клинически доказанной эффективностью. Современный медицинский метод профилактики, реабилитации, лечения различных заболеваний и борьбы с депрессией путем восстановления сил, необходимых в повседневной жизни. Система светотерапии Биоптрон — это передовые, запатентованные и клинически проверенные медицинские приборы для лечения с помощью света. Технология светотерапии основана на специальном оптическом устройстве. Система светотерапии Биоптрон излучает свет, который в рамках своего спектра подобен солнечному свету, но не содержит ультрафиолетового излучения. Свет Биоптрон — это поляризованный, полихроматический и некогерентный свет с низким уровнем энергии. И именно эти характеристики отвечают за различные биостимулирующие эффекты на клеточном уровне. Волны солнечного света распространяются во всех направлениях, как и волны других источников света. Если пропустить свет через специальную многослойную зеркальную систему, которая называется зеркалом Брюстера, то волны света станут поляризованными, то есть они будут двигаться в одном направлении в параллельных плоскостях. Именно это происходит внутри прибора Биоптрон. Вторая уникальная особенность света Биоптрон — его полихроматичность. Это означает, что его спектр содержит не одну длину волны, а охватывает широкий диапазон световых волн.
Что такое свет? Свет — это часть широкого спектра электромагнитных волн, встречающихся в природе. Различные части этого спектра используются в медицине для диагностики и лечения. Например, в рентгенологии мы используем компьютерные томографы для диагностики различных заболеваний и нарушений во всем организме. Однако данная технология применяет потенциально небезопасное излучение. В системе светотерапии Биоптрон используется сочетание видимого света и части инфракрасного спектра без ионизирующего рентгеновского излучения и опасных ультрафиолетовых лучей. Если говорить в цифрах, свет Биоптрон включает световые волны от 480 до 3400 нанометров. Как вы видите, свет Биоптрон безопасен, так как не содержит ультрафиолетовое излучение. Такая технология, несущая несомненные преимущества для здоровья, является 100% неинвазивной и должна рассматриваться как поддерживающая терапия для взрослых, детей и новорожденных. Еще одна важная характеристика приборов Биоптрон относится к некогерентности выделяемого ими света. Если бы эти волны были синхронизированы, то общая мощность светового потока была бы настолько сильной, что могла бы повредить ткани. Но свет Биоптрон имеет гораздо меньшую интенсивность. Его волны не синхронизированы, поэтому Биоптрон излучают низкую и в то же время постоянную энергию, обеспечивающую значительный терапевтический эффект. И вместе с естественной невысокой интенсивностью это свойство делает излучение неповреждающим. Мы не знаем ни одной публикации в литературе, где бы сообщалось о повреждении тканей человека или других биологических объектов светом аппарата Биоптрон. Благодаря светотерапии Биоптрон мы можем стимулировать биохимические и физические процессы регенерации в нашем организме, помогая ему восстанавливаться намного быстрее. Светотерапия Биоптрон улучшает микроциркуляцию, укрепляет иммунную систему, стимулирует регенеративные и репаративные процессы всего организма, ускоряет заживление ран, способствует снятию боли или уменьшению ее интенсивности. Научно доказано, что свет Биоптрон стимулирует активность клеточной мембраны и улучшает усвоение кислорода тканями, тем самым ускоряя клеточные процессы регенерации. Каждый раз, когда мы направляем свет Биоптрон на какой-то участок нашего тела, мы запускаем процесс биостимуляции. Биостимуляция происходит на клеточном уровне. А сейчас давайте отправимся в короткое путешествие по нашему организму и посмотрим, как все это работает. Сейчас мы попадаем внутрь клетки. Так называемые энергетические станции клетки, митохондрии, производят энергию, необходимую клеточному ядру для синтеза ДНК. Ядро, в свою очередь, отправляет информацию в ДНК в эндоплазматическую сеть, которая теперь может синтезировать белки. Свет Биоптрон помогает ускорить эти процессы. Клетка более активна и производит больше энергии. Благодаря этой энергии клетка может синтезировать различные вещества, необходимые для здоровья человека. Свет также стимулирует молекулы клеточной мембраны, благодаря чему происходит активация различных функций клеточной мембраны, необходимых для нормальной жизнедеятельности клетки, таких как ее питание, снабжение кислородом, а также ее взаимодействие с элементами межклеточной среды. Например, это взаимодействие, происходящее через ионные каналы клетки, служащие ее воротами, также можно стимулировать светом Биоптрон. Ионные каналы становятся более открытыми, и клетка лучше дышит. Это очень важный процесс, поскольку хороший обмен веществ между клеткой и межклеточной средой оказывает непосредственное воздействие на качество микроциркуляции в наших кровеносных сосудах. Благодаря этому кислород и питательные вещества могут достигать самых отдаленных участков нашей кровеносной системы, даже если стимуляция производилась только на один определенный участок тела. В наших исследованиях мы показали, что свет аппарата Биоптрон активирует, во-первых, очень быстро, в течение минут, микроциркуляцию, повышает значительно антибактериальный, антивирусный и противоопухолевый иммунитет. Как мы видим, светотерапия Биоптрон — это не магический свет, который сам по себе лечит заболевания. Напротив, светотерапия Биоптрон просто использует естественную силу, чтобы разбудить природные возможности нашего организма. Светотерапия Биоптрон значительно ускоряет процесс выздоровления при широком спектре заболеваний и нарушений.
Боль – это сигнал, который наш организм посылает от поврежденного участка ткани к мозгу. Каждый хотя бы раз в жизни испытывал боль. При боли светотерапия Биоптрон может улучшить результаты лечения в следующих областях. Физиотерапия – это боль в пояснице, боль в шее и плечах, синдром запястного канала, рубцы, травмы опорно-двигательного аппарата. 90% людей страдает от болей в пояснице. Самой распространенной причиной болей в пояснице является повреждение дисков, мышечный спазм и нарушение микроциркуляции. Светотерапия Биоптрон облегчает или способствует снятию болей в пояснице, восстанавливает снабжение поврежденных тканей кислородом благодаря улучшению микроциркуляции и улучшает состояние межпозвонковых дисков. Светотерапия Биоптрон также снимает мышечный спазм, улучшает подвижность поясничного и шейного отделов позвоночника и уменьшает утреннюю скованность суставов. В спортивной медицине светотерапия Биоптрон не только ускоряет заживление поврежденных тканей, но также помогает при различных видах мышечной и суставной боли, повреждениях связок и сухожилий. Тем самым Биоптрон обеспечивает важную поддержку в лечении острых и хронических нарушений опорно-двигательного аппарата, а также травм позвоночника и конечностей. В спортивной медицине были получены великолепные результаты в лечении травм мышц и мягких тканей, мышечных спазмов, растяжений связок и сухожилий, ушибов, тендинитов, разрывов связок и мышц, эпикондилита, более известного как локоть теннисиста. Биоптрон также может использоваться в случаях острых, более тяжелых травм, таких как переломы костей, вывихи суставов или разрывы мышц, в качестве восстановительного лечения после операции или иммобилизации. Светотерапия Биоптрон ускоряет выздоровление и сокращает период реабилитации. Спортсмены могут быстрее вернуться на тренировочные площадки, раньше возобновить нагрузки и вернуться к участию в соревнованиях. Биоптрон помогает в лечении ревматизма. Светотерапия Биоптрон помогает облегчить боль и улучшить подвижность суставов у людей, страдающих от различных форм ревматизма, таких как остеоартрит, аутоиммунные заболевания, среди которых наиболее часто встречается ревматоидный артрит. Светотерапия Биоптрон может также стать идеальной дополнительной терапией в комплексном лечении болевого синдрома. Лечебные действия светобиоптрон приводят к ослаблению болевых ощущений и улучшению состояния здоровья пациентов. Светотерапия Биоптрон может помочь снять боль или уменьшить ее интенсивность, ускорить регенеративные процессы, увеличить расстояние и скорость ходьбы, расширить объем двигательной активности, улучшить питание тканей и снять отек, улучшить качество сна. Как мы говорили, светотерапия Биоптрон может быть эффективным дополнительным методом для облегчения боли и улучшения качества жизни пациентов с ревматоидным артритом. Ревматоидный артрит – это хроническое системное заболевание. И хотя у него есть множество клинических проявлений, основной характерной чертой этой формы артрита является постоянное воспаление суставов, которое приводит к разрушению хрящевой и костной ткани и, как следствие, к деформации суставов. Среди 40 стран, в которых представлен прибор Биоптрон, этот метод сегодня является частью стандартного курса лечения в медицинских центрах, специализирующихся на лечении пациентов с полиартритом. Это простой лечебный метод, безболезненный для пациентов, эффективный и незатратный, результаты которого научно и клинически доказаны. Независимо от вида и степени тяжести раны, Биоптрон всегда поможет ускорить процесс заживления, ослабить боль и ускорить выздоровление. При большинстве ран Биоптрон может успешно заменить другие формы терапии, которые вы обычно применяете. В особо тяжелых случаях Биоптрон может использоваться в условиях стационара для сокращения сроков лечения и ускорения выздоровления. Было доказано, что различные типы ран при лечении светотерапии Биоптрон заживают быстрее и эффективнее, чем раны, которые светом Биоптрон не лечили.
Свет Биоптрон оказывает благотворное воздействие на поврежденные ткани и ускоряет заживление ран, улучшая микроциркуляцию в капиллярах кожи, увеличивая выработку коллагена и стимулируя пролиферацию клеток, имеющих важнейшее значение для процесса заживления. При возникновении раны нарушается целостность верхнего слоя кожи, и вредные микроорганизмы из внешней среды проникают в рану, что приводит к серьезному повреждению или гибели клеток. Светотерапия Биоптрон в лечении ран действует двумя путями. Ускоряет кровообращение в поврежденных тканях и усиливает приток фагоцитов к ране из циркулирующей крови. Фагоциты — это клетки-санитары, которые питаются микроорганизмами, а также мертвыми поврежденными клетками. Они приводят в порядок область раны, позволяя избежать возможных осложнений. Как только фагоциты заканчивают свою работу, наступает очередь фибробластов. Это клетки, образующие коллаген, основное вещество, необходимое для формирования новой ткани. Свет Биоптрон увеличивает количество фибробластов и эффективность их работы, тем самым напрямую ускоряя заживление тканей. В области лечения ран светотерапия Биоптрон может использоваться по следующим направлениям. Заживление ран после травм, ожогов, пересадки кожи, операций, а также венозных язв голени и пролежней. Хронические раны – это раны, процесс заживления которых при должном лечении занимает от 4 до 8 недель. Основными причинами хронических ран являются инфекция, недостаточность кровообращения в тканях и ослабленный иммунитет. Эффективность света Биоптрона в лечении хронических ран связана с положительным влиянием на все вышеуказанные причины их возникновения. Таким образом, механизм действия светотерапии Биоптрон заключается в регенерации поврежденных тканей, в укреплении иммунитета и улучшении микроциркуляции. Биоптрон стимулирует кровоснабжение тканей и улучшает процесс их регенерации. Именно так он ускоряет заживление хронических ран. В 2003 году на 18-м конгрессе Международной федерации диабета в Париже мы представили результаты исследования, которые подтвердили, что сроки заживления нейротрофических язв до применения светотерапии Биоптрон составляли 24 недели. После применения светотерапии Биоптрон процесс заживления сократился до 4 недель. На основании нашего опыта мы можем рекомендовать применение светотерапии Биоптрон при лечении нейроишемических язв диабетической стопы. Наша кожа является естественным барьером для частых и резких изменений температуры окружающей среды. Тем не менее, устойчивость кожи ограничена. Например, очень высокая температура может вызвать травмы, известные как ожоги. В лечении ожогов первой, второй и частично третьей степени может быть существенно сокращено время, необходимое для полной регенерации и восстановления поврежденных участков кожи. При этом снижается риск формирования функционально и эстетически неприемлемых рубцов. Светотерапия Биоптрон позволяет уменьшить необходимость хирургического вмешательства при лечении глубоких ожогов кожи, особенно в тех местах, где вероятность образования шрамов после операции очень высока и крайне нежелательна, например, в области рук, головы и шеи. По моему опыту, включение света Биоптрон в эстетические процедуры, такие как подтяжка лица, блефаропластика, а также вспомогательные косметические процедуры и для регенерации кожи, мы обнаружили, что после двух сеансов светотерапии Биоптрон отеки и гематомы уменьшаются, увеличивается гидратация кожи, повышается ее эластичность и упругость. Светотерапия Биоптрон может использоваться в качестве дополнительной терапии при лечении различных кожных заболеваний, таких как угревая сыпь, псориаз, простой и опоясывающий герпес, бактериальные кожные инфекции, атопический дерматит, язвы слизистых. Эти заболевания кожи довольно распространены, и большинство людей сталкивались с ними хотя бы раз в жизни. Хотя большинство кожных заболеваний не опасно для жизни, они могут причинять серьезное беспокойство. Наличие сыпи на лице может стать причиной психологических проблем, включая потерю уверенности в себе и даже депрессию. Другим примером является экзема, которая встречается у 5% взрослых, но чаще она бывает у младенцев и маленьких детей. От нее страдает 15% детей и новорожденных. Затем мы обнаружили, что самостоятельное ежедневное применение светотерапии Биоптрон помогает уменьшить признаки старения, а у некоторых пациентов значительно сократить высыпание при
акне. Этот цвет безопасен и заметно улучшает состояние кожи у пациентов. Биоптрон зарекомендовал себя как удобный прибор для повседневного ухода за кожей. Кроме того, в педиатрии были достигнуты результаты в лечении детских кожных заболеваний, эндогенной экземы, инфекций верхних дыхательных путей, аллергических респираторных заболеваний, детских заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также неврологических нарушений. За время нашего многолетнего опыта в области рентгенологии и визуальной диагностики мы отметили превосходные результаты в развитии здорового опорно-двигательного аппарата у детей. Известно, что свет стимулирует производство витамина D, который является одним из основных элементов для формирования и развития здоровой костной ткани. Было доказано, что светотерапия Биоптрон дает отличные результаты в этом направлении. В лечении новорожденных детей нами были достигнуты отличные результаты при кожных заболеваниях, флебитах и пролежнях. Биоптрон светотерапия может быть эффективным в лечении детей, начиная с периода новорожденности. Недавними исследованиями российских ученых была продемонстрирована эффективность биоптрон-светотерапии в комплексном лечении неврологических заболеваний периода новорожденности, например, перинатальной энцефалопатии, а также пеленочного дерматита, острого ринита и отита у новорожденных. Биоптрон-светотерапия эффективна также в лечении различных респираторных заболеваний, начиная от простуды и воспаления верхних дыхательных путей и до бронхита. Дети младшего возраста особенно подвержены вирусным инфекциям верхних дыхательных путей, носа и горла, и могут болеть около 8 раз в год. Из-за этого некоторым детям приходится часто пропускать школьные занятия, что может отрицательно сказаться на их успеваемости. Применение биоптрон-светотерапии при начальных проявлениях респираторных заболеваний позволяет быстро уменьшить болевые ощущения и признаки воспаления со стороны дыхательных путей. Проведенные в Институте физиотерапии и курортологии исследования продемонстрировали хорошую эффективность биоптрон-светотерапии при различных кожных заболеваниях, таких как атопический дерматит, акне-вульгарис, герпетическая инфекция. Она также применяется при лечении ожогов различного происхождения в педиатрической практике. Используется она и в комплексном лечении бронхиальной астмы у детей. В целом, применение биоптрон-светотерапии при различной патологии детей позволяет уменьшить медикаментозную нагрузку, сократить сроки реабилитации и выздоровления и таким образом улучшить качество жизни наших маленьких пациентов. Исследования показали, что недостаток света в повседневной жизни может вызвать многочисленные и нередко серьезные психологические и физические проблемы, сопровождающиеся такими симптомами, как повышенный аппетит, сонливость и хроническая усталость. Такое состояние чаще всего наблюдается во время долгих зимних месяцев, когда дни короткие, а ночи длинные и кажутся бесконечными. Эксперты метко назвали это состояние зимней депрессией или сезонным аффективным расстройством. Сезонное аффективное расстройство, как полагают, вызвано нарушением выработки мелатонина, гормона сна, который служит световым переключателем в нашем мозге и сообщает нам, когда мы должны спать, а когда бодрствовать. Выработка этого гормона обычно сокращается утром, когда повышается уровень освещенности, и усиливается по вечерам, с наступлением темноты. У людей, страдающих сезонным аффективным расстройством, уровень мелатонина не падает утром, и поэтому они продолжают чувствовать себя сонными и вялыми в течение всего дня. Лучшим лечением сезонного аффективного расстройства является воздействие светом. Светотерапия Биоптрон повышает уровень освещенности и считается, что вследствие этого уменьшается выработка мелатонина, что снижает желание спать в течение дня. Свет в помещении составляет примерно 500 люксов. Свет вне помещения в облачный день – около 5000 люксов, а в полдень летнего солнечного дня – не менее 50 тысяч люксов. Интенсивность света, генерируемого приборами светотерапии, Биоптрон составляет 10 тысяч люксов и выше. Таким образом, мы видим, что применение любой из наших моделей прибора Биоптрон ежедневно в течение 20-25 минут может быть высокоэффективно в лечении сезонного аффективного расстройства. Компания Цептер Интернационал разработала три модели прибора Биоптрон. Биоптрон Компакт 3, Биоптрон Про 1, Биоптрон 2. Каждая из этих моделей имеет одинаковые характеристики света, что означает, что каждый из них одинаково
эффективен. Имея дозировку света 2,4 джоуля на квадратный сантиметр за минуту лечения. Они отличаются по дизайну и вариантам стоек, но основным отличием является диаметр фильтра, от которого зависит площадь освещаемого участка. Bioptron Compact 3 — это очень практичное устройство для использования дома, на работе и в других ситуациях. Его легко и удобно использовать в любом месте. Специально разработанная напольная стойка позволяет устанавливать прибор в различных положениях для доступа к лечению любой части тела. Диаметр фильтра составляет 4 см и подходит для лечения небольших участков тела. Bioptron Pro 1 подходит не только для домашнего использования, но и для профессионального применения, например, в медицинских учреждениях. Прибор может поставляться с настольной или напольной стойкой, которые позволяют направлять свет так, как нужно пользователю. Диаметр фильтра составляет 11 сантиметров, он удобен для проведения большинства медицинских и косметических процедур. Bioptron 2 предназначен прежде всего для профессионального использования в больницах, клиниках, салонах красоты, спортивных клубах. Но его можно также использовать и в домашних условиях. Прибор устанавливается на специальной напольной стойке, которая позволяет регулировать направление светового луча в различных положениях. Диаметр фильтра составляет 15 сантиметров, что удобно для лечения обширных участков тела. Купив любой прибор Bioptron, каждый клиент получает стерильный оксиспрей. Это косметический продукт, содержащий чистую воду, обогащенную высокой концентрацией чистого кислорода. А в сочетании с использованием косметики по уходу за кожей линии Zepter Swissological, это усиливает полезный эффект для вашей кожи. Эффективность совместного воздействия на кожу светотерапии Bioptron и косметики от Zepter была доказана недавним исследованием, проведенным нашим институтом. Светотерапия Bioptron действует как мощный активатор, повышая эффективность антивозрастных косметических средств. Сочетание светотерапии Bioptron и косметики от Zepter способствует значительному улучшению состояния кожи, воздействуя на два ее важнейших параметра — плотность и упругость. Светотерапия Bioptron укрепляет защитные механизмы кожи, уменьшая признаки преждевременного старения кожи, поддерживая процесс обновления клеток, стимулируя микроциркуляцию, приток питательных веществ, а также синтез коллагена и эластина. Компания Bioptron AG была основана весной 1988 года и посвятила свою работу научным исследованиям, разработке и производству медицинских приборов системы светотерапии Bioptron. В 1996 году компания вошла в состав группы компаний Zepter, что позволило использовать совместные усилия и расширить географию распространения продукции более чем в 50 стран мира. Система светотерапии Bioptron разрабатывалась в тесном сотрудничестве с исследовательскими отделами университетов, клиниками и специалистами. Мы постоянно тестируем и совершенствуем наши приборы, основываясь на технических и медицинских исследованиях, проводимых независимыми организациями. На всех стадиях производства Bioptron AG доверяет своим компетентным сотрудникам, которые регулярно проходят тренинги. Для того, чтобы гарантировать самое высокое качество продукции, компания Bioptron AG осуществляет строгий контроль на каждом этапе производства. Качество является главной целью. Компания Bioptron AG внедрила и поддерживает систему контроля качества в соответствии с требованиями ISO 9001. Мы знаем, что светотерапия Bioptron может быть полезна для вас и вашей семьи. Я уверена, что теперь и вы знаете это. Вы можете доверять опыту, накопленному нами за прошедшие годы. Несколько миллионов довольных покупателей, клиник и медицинских учреждений применяют приборы Bioptron во всем мире. Я рада представить хотя бы часть возможностей, которые предлагают приборы Bioptron. И не забывайте наш девиз «Bioptron – лидер в светотерапии».